бабушка, мы собрались сегодня не просто так, а по поводу товарищей. Товарищи по поводу чего? Того, что у нас, конечно, красивые две наши стюардессы, вот еще одна. Но сегодня изначально об одной, а второй, и немножко потом про третью, самую старшую. Дорогие Настена, Катенька, мы вас поздравляем. Ну, конечно, с вашим прошедшим днем рождения, но все-таки оно... Днем рождения, но все-таки... У меня сегодня, вчера мы ничего не поняли. Вообще не поняли. С чемоданами в зубах, у меня торт в зубах, нам еще торт. Мы еще две шампанского распили в автобусе. Ну давай, давай. Ну, значит, что, начнем, наверное, как... Давайте я сначала, за день рождения мы чуть-чуть попозже, а изначально, да, мы так все дружно, мы вот знакомые, родственники, да, мама, любимые, все здесь хорошие. Давайте, как здорово, да, что мы сегодня здесь все вместе собрались. Собрались. Да. Ура! Давай, ага. Давай, здорово. Все, давай, пока, я занята.